Лайки ставим. Сразу на стадион для видоса. Топчик сразу возьмем сейчас. Ну там уже война идет полным ходом, короче, воздух. Не терпится ребятам повоевать. А, ну они все через низ, чекайте. Проверяйте просто. Приближается вражеский солдат. Какие-то ники странные вообще. Вот что я заметил. Очень странные ники у людей. Что тут? Карта какая-то нужна. Что за карта? Есть задроты, которые уже в курсе. Где он? Вон он. Да, гок магаз вообще. Я думаю, это сейчас будет мега правильное решение. Приближается вражеский солдат. Red Good, здорово. Чего? В смысле? Ни разу не попал. Как это возможно? Ну он здесь где-то. Где-то по трибунам бегает. Охренеть, тут сложно по трибунам, конечно, ползать. О, я нашел его! Го этот, посмотрим. Это он, это этот ключ, короче, гайс. Это в натуре этот ключ. Я ведь прав? В смысле нет? Карту приложи. Нет, гайс, не здесь, короче. Тут он ничего не прикладывает. Что такое принес мне? Пластинку? Вам отправлена посылка с комплектом. В районе операции высаживается. Они сразу сейчас с пластинами или что? Приземляются, я не понимаю. Или что это за бред? Чего, звук отстает? Гайз, звук отстает, нет? Разведданные, отправляйте беспилотник. ППЛА входит в район операции. Не, да у меня тут воюют дохрена еще. Надо этих закрывать. Это чел в тачку бежит, это по-любому просто. Причем в мою. У ППЛА топливо на исходе. Иду на базу. Над нами вражеская. А, некуда бежать. Этот уехал, да? Над нами вражеский ППЛА. Бежим. Все еще в живых. Выполняйте задание. Бежим. Патриков что-то мало. Так, надо побыстрее, у меня противогаза нет. Активки тоже нет. Офига, а где я активку выбросил? Я вот не помню, чтоб я активку выбросил. Thank you.
Где еще? Так, еще тачка стоит. Но людей почему-то не видно. Без активки ездить, конечно, опасное дело. И деньги мне сливать сейчас нельзя. Это кто такой сделал? Кто сейчас такой сделал? В районе операции высаживается противник. Следите за небом. ППЛА входит в... Охренеть. Так. Бегу. Карта теперь просто на escape не закрывается. Вот это очень странно. Чел еще какой-то здесь у меня непонятный. Блин, там чел далеко бежит. Забежал. Не успел. Да мне же надо в голову попасть. Пока ты реально говорю, сенсу на ниже делать. Прям подбешивает уже. Такая сенса. Ну и тут, конечно, чел еще есть. О, чел. Где он там, блин? Да в смысле ты лег? Там еще один. О, да их там вообще до хрена. Слушайте, мне надо возвращаться обратно. Нафиг я так рано ушел оттуда. Это что, поезд? Да, это поезд. Я хочу на поезд, я опаздываю. А сейчас надо бежать. А магаз есть где-нибудь? Есть. Я поезд пропустил. Ну, без вебки доиграем. Блин, офигеть, испугался. Я только на чат отвлекся. Капец. Че, туда же летим? А где я умер-то? Блин, далеко. Капец, далеко. Вот этот чел меня убил. Держу в курсе. Ну че это вообще? Вот он, блин, капец. Это-то откуда еще? Мне надо, короче, подняться как-то наверх. Так почему патроны заканчиваются в нужный момент? Так, а теперь нужно вспоминать, кто мне там, как тут забраться-то, говорите, можно? Кто мне говорил, как забраться можно? По краю горы сказали. А тут можно, наверное? Да, что-то есть. В натуре. А чё? Охренеть, что сделали? Крутяк. Уважуха.
Уважуха просто за это. Офигеть, что сделали. Хочу свой комплект. Да знаю я, что делать, конечно знаю. Что у меня выбор есть, что ли? О, охренеть, зона. Вы посмотрите просто, где зона. Вы это видите, нет? А как тут отыгрывать вообще? Есть инфа о том, как тут отыгрывать? Я просто не в курсе. Не отыгрывал ни разу так. Да бред, подожди. Сейф? Да, вроде бы сейф. О, сейчас он побежит ко мне. Чё так потно, охренеть? Вон он. Пошел ты. Е-бой! Ух, чё, стадион зачистили? Нормально. Лайка заслуживает, однозначно. Стадион нормально зачистил. Нормально. Лайки ставим. Новая обнова. Это и все, в принципе.